Утро, Красноярск, спасибо. Студия, мы сейчас находимся у Дома офицеров, и прямо здесь происходит сбор участников, гостей фестиваля «Высоцкий и Сибирь», который пройдет на Мане уже в эти выходные. И рядом со мной находится куратор фестиваля Инна Полынцева. Инна, доброе утро. Здравствуйте. Инна, ну, я так понимаю, фестиваль будет длиться 2 дня. Что сегодня, что завтра, какая программа запланирована? Да, действительно, сегодня, вот буквально через несколько минут мы отправляемся на фестивальную площадку, которая у нас находится в поселке, недалеко от поселка Нарва, всегда на берегу живописной реки Маны, которую сибиряки очень любят. Традиционное уже место? Традиционно, да, это 18-й уже в этом году фестиваль авторской песни и музыки «Высоцкий Сибирь». 2 дня будет проходить наш фестиваль, сегодня открытие, а перед открытием у нас будет состояться красивое аэрошоу. Это тоже уже вошло в традицию. Аэрошоу будет и завтра. Поэтому как бы преддверии вот такого грандиозного праздника, а это действительно праздник, у нас будет и аэрошоу, и все работать, мастер-классы различных направлений для детей, для взрослых, спортивные площадки. Естественно, самое главное – это музыкальная концертная площадка, где главная сцена, где приезжают участники совсем не только с нашего региона, имеется в виду Красноярского края, но и Сибири. Вот рядом со мной стоит Александр Чернышов. Вот как раз, да, вот как раз перейдем к музыкальной немного программе. Александр, утро доброе. Я так понимаю, вы в этом году не просто приглашенная звезда, а еще и член жюри. Ну как, почетно это? Нет, разумеется, почетно, потому что фестиваль сам по себе очень добрый. Я это на себе ощутил в прошлом году. Это добрый такой, можно сказать, даже семейный фестиваль с очень хорошей качественной музыкой и очень хорошими качественными исполнителями. Вот, я надеюсь, в этом году погода нас заблаговолит нам. Вот, и надеюсь, что в этом году будут очень много интересных исполнителей, потому что... Я знаю, что еще один почетный гость будет из города Сусумана, Андрей Саракач. Мы с ним очень давно знакомы. И мы будем работать, будем слушать, и я надеюсь, все у нас получится. Не помешает ли вам быть объективным то, что вы знакомы с исполнителем? Или постараетесь все-таки вот личные эмоции как-то оставить? Нет, ну разумеется, дружба дружбой, а служба службой. Поэтому все будет по-честному. За сценой мы друзья, на сцене мы, ну, не враги, это точно. Не враги, это уже хорошо. Ну, главное, что все будет по-честному, будет уже в эти выходные 2 дня замечательного фестиваля. Вот вам, кстати, один из лайфхаков, как можно провести эти выходные, чтобы они обязательно запомнились. Ну, а мы встретимся с вами уже на следующей неделе. Я передаю слово вам, Марина, Саша.